Ливерпуль больше владеет мячом. Но Дивидендов никак не может извлечь. Удар издалека! Гол! Ох, какой гол! Каутиньо! Какой удар бразильца! Нельзя ближе подойти, а удары издалека на что? Каутиньо! 2-1! Чудо-удар с Саутгемптоном и не менее чудесный выстрел против Манчестер-Сити. Вот так! Бабах! И получается идеальный просто удар. Идеальный. Без шансов для голкипера. По уходящей траектории. Посмотрите. И вроде бы с подъема бьет. И мяч идет в мертвую зону.